Приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Сегодня мы с Александром Федоровичем Агуловым, руководителем Агулов-центра, автором метода висцеральных практик, собрались на этот вебинар, чтобы подвести итоги года. Сегодня мы поговорим о нашей работе в течение года, о тех обучающих курсах, которые мы предоставляли в онлайн-режиме и в офлайн-режиме. И поговорим мы об этом на примере тех онлайн-семинаров, которые у нас были. Начнем с курса «Современные методы функциональной диагностики». И здесь мы будем рассуждать, опираясь на ваши вопросы. Один из часто повторяющихся вопросов это был, оправдывая, что нарушение работы одного органа непременно ведет за собой сбой работы в других органах. Александр Тимофеевич, расскажите, как это работает, что за связь? Итак, друзья, я вас приветствую в эфире. Конечно, об этом я уже говорил на предыдущих вебинарах. Ну и сейчас можно повториться вкратце. Ну, тема, которой я занимаюсь, она имеет отношение к нашим внутренним органам. А вообще, это так называемый рептильный мозг. Свыше 500 миллионов нейронов в этом мозгу. И этот мозг, если взять динозавров, практически-то управлял ими. Но и этот наш мозг, он рабочий, он работает, и поэтому на него нужно обратить огромное внимание. Ну а так сложилось, что мне пришлось как бы начинать, ну, наверное, с нуля. Ведь обычно человека заставляет что-то развиваться или толкать какая-то мотивация. Ну и, конечно, когда я был молодой, кудрявый, может быть, даже красивый, и, в общем-то, так сложилось, что заболел мой любимый человек, это моя мама. Ну вот, и, конечно, и совершенно случайно, может быть, случайно, не случайно, но жизнь вот так сложилась, мне показали этот массаж внутренних органов, живота, через переднюю стенку живота, массаж внутренних органов. И, в принципе-то, я сначала отнесся к нему, может быть, скептически, потому что, ну что, представьте, мастер спорта, по двум видам, 30 раз подтягиваешься, ты думаешь, что ты все умеешь, все знаешь. А тут, оказывается, еще тема, связанная с животом. И, конечно, когда первый раз мне показывали эту тему, я был очень удивлен тому, что я мастер спорта, и у меня вдруг болит. Болит область печени, болит область почек, что-то там в малом тазу. Да вообще, если перестаешь тренироваться, у тебя действительно начинает болеть живот, ты чувствуешь какой-то дискомфорт. Ну и, в общем-то, все сваливал на то, что это привычки. А тут, когда начал поддавливать себя, я увидел, что очень хороший результат, а потом ребят своих, с которыми я дружил, одному поддавишь живот, другому. Ну и вот, и видишь, какие результаты интересные происходили. А тут вот как раз болезнь матери. И получилось так, что поддавливая ее, я ей помогал, ну, наверное, так говорить, выживать. Потому что процесс, который нашел у нее, он был нехороший, то есть онкологический. Но тем не менее, я облегчал ее состояние. Ну и, конечно, я искал информацию о том, что я делаю. А информации нет нигде. Ну вот, где-то отдельные были рассказы о том, что там бабка есть какая-то вот в том-то селе, вот там-то, которая занимается разминанием живота, пупы всем ставит на место, или там горшки выставляет, или голову правит, или суставы вставляет. Ну, конечно, это все интересно, но я считал, что так, у нас есть медицина, и эта медицина все знает, все умеет, а бабки – это день такой, день прошлый. Но, тем не менее, когда я начал интересоваться и обращаться за помощью к своим знакомым
доктора, они мне обычно говорили так, что, Тимофеич, ну перестань, зачем тебе живот лазить? Туда в основном только хирурги, и то тогда, когда острая ситуация. Я говорю, ну как же так, вот я подавил свой живот, и у меня печенка стала лучше работать. Выносливость поднялась, я лучше себя чувствую, нагрузки начал лучше. А потом заметил, что и суставы стали лучше мои работать, они перестали болеть после больших физических нагрузок. Ну вот, и вот эта вот ситуация, она как-то меня подтолкнула к тому, чтобы я начал заниматься, искать, что это. Ну, естественно, тогда это меня подтолкнуло к тому, чтобы я еще поступил в институт спортивный. А спортивный только потому, что там не было, ну, я считал, что все-таки, когда лишних знаний не бывает, но латынь меня очень смущала. Не хотелось изучать мертвый язык, и поэтому я пошел в спортивный вуз, так как еще плюс мастер спорта, думаю, там все постараюсь узнать, ну и как бы разобраться с этой темой. Ну и так сложилось, что, конечно, мне было интересно учиться, особенно анатомия, физиология, биомеханика, ну и, естественно, живот. И вот это все, конечно, как-то меня... И в то же время я начал искать литературу, и первые книжки, которые у меня появились вот по этой тематике, это, наверное, были типа «Акупунктура без иголок», «Акупанкция without needles» Хаустена и «Намикоша», «Лицевая диагностика». И я все просматривал, надо же, на лице точки какие, и как они, интересно, их узнавали, что эта точка вот от этого, а эта точка от этого. А тут, когда я начал работать с животом, и все более и более, больше появился профессиональный уже, ну, наверное, струя профессиональная, потому что, когда ты начинаешь часто смотреть животы и часто помогать своим друзьям, знакомым или знакомым моих друзей, и ты видишь, как все меняется, все улучшается. И я начал тогда регистрировать, я начал, завел тетрадочку, и в тетрадочке описывал все то, что действительно, вот, предположим, Намикоша там на своем лице рассказывает, что вот существует вот такая зона, она имеет отношение к кишечнику. А когда я начал поддавливать кишечник, я увидел, что Намикоша ошибается, и что поперечно-ободочная кишка не так идет, как он рисует. А потом вдруг встречаю иногда людей, это сейчас я знаю, что пигментация – это грибковые инфекции, которые находятся в кишечнике, и они очень часто рисуют такой рисунок кишечника на лбу человека, ну, прям красота. И поэтому, естественно, когда в метро едешь, ты рассматриваешь лица и удивляешься. Но, по крайней мере, я тут увидел, что Намикоша здесь не прав. Что моя диагностика кишечника, она в этом стала намного точнее и правильнее. Потому что расставилось все само по себе, что мочевой пузырь и органы малого таза, они находятся вот там-то. Потому что я видел людей, у которых такая патология, и вот там именно изменения в коже. Потом начал наблюдать, даже у самого как-то была травма ребра, и у меня на носу появилось белое пятно. А потом появился прыщ, когда эта травма начала заживляться. Ну вот, и причем травма чуть-чуть где-то неправильно себя или там задел, зацепил ее чем-нибудь, или кто-то толкнул, тут же на носу появляется красное пятно. А сердце начинает работать с перебоями. Ну, слом бедра, ребра, то есть, и вот это все давало, причем, очевидно, задел где-то нерв, который имел отношение к сердцу. Ну, а когда все зажило, эта зона как бы сама по себе исчезла. И вот так, шаг за шагом, у меня появлялись ситуации, когда я начал рассматривать лицо, а потом, конечно, Намикоша ни в коем случае я его не отрицаю, просто у него, к его зонам я начал прибавлять свои, а где-то даже переделывать их, потому что он нарисовал там представительство желчного пузыря. А когда начинаешь его поддавливать, а тем более человек приносит УЗИ, а еще на висках ты видишь рисунок из прыщей, или покрасневшей, раздраженной кожи, или пигментное пятно, которое очень хорошо прорисовывает этот желчный пузырь.
А потом посмотрел, да кроме этих пятен на лице, есть еще и вены, сосуды, которые начинают выделяться под кожей, которые просматриваются. И вот здесь, конечно, создалась первая предпосылка, скажем, зарисовки вот всех этих картинок для того, чтобы можно было даже тем ребятам, кому я хотел вот эту ситуацию предложить, потому что интересно, что ты знаешь, и должен твой друг знать об этом. Как же так? Ну и вот, были даже дискуссии, что этого не может быть или что-то, но где-то я был неправ, где-то прав, но за этот промежуток времени, вот представьте, 80-е годы, вот сколько народа прошло. А тем более, когда я закончил институт, я начал работать в спортивном направлении. И вот здесь вот на футболистах, на спортсменах я увидел то, что действительно имеет место быть. Это может быть травма, это может быть ушиб, удар в область печени, как она проявляется на лице или на теле, или у кого-то там что-то, какая-то киста сформировалась. А как эта киста? И вот все тело рассмотрел внимательно и нашел. Вот эта киста, она проявилась вот здесь. Или, предположим, растяжение капсулы печени всегда дает боль в правом плечевом суставе. А уже сейчас, конечно, когда ты работаешь, уже такая система, столько народу прошло и такие наработки, то ты действительно понимаешь, что да, здесь вот это соответствует. Или там паренхима печени, то есть то, из чего состоит наша печенка. Если в ней что-то происходит, предположим, тот же эхинококк, то на реберной дуге обязательно появляются сосудистые рисунки, идет деформация ребер. Но деформация ребер может быть и при, скажем, застойных явлениях в печени. Но тем не менее, вот это все, оно как бы меня направило в то направление, что нужно еще создать такую диагностику, которая бы была связана с манипуляциями на животе, на внутренних органах. То есть контроль, правильно ли ты выполняешь эти действия. Ну и, конечно, когда нижняя часть живота болезненная или проблемная, то подбородок весь цветет. Ты начинаешь работать, улучшая микроциркуляцию, и вдруг весь этот цвет уходит. То есть прыщи исчезают, цвет кожи на подбородке меняется, а у человека благодарность, потому что, конечно, там те проблемы, которые вызывали боль, дискомфорт, неприятные ощущения или там выделения, они закончились. Ну, конечно, это не у всех, но вот здесь вот уже создается своя какая-то определенная логика. И уже потом, работая с военными, а так сложилось, что военные пригласили меня для того, чтобы я как бы, ну, была общая работа по поводу того, что подготовки спецподразделения, которое работает в экстремальных условиях. Экстремальные условия – это не обязательно даже военные. Человек попал в тайгу, где нужно за собой и наблюдать, и видеть. Если руки становятся сухими, ага, значит, с печенью что-то происходит. А если вдруг руки начали влажными, потеют ноги, потеет голова, а что это такое? Это, оказывается, почки проявляют себя так. И, конечно, здесь эти знания, они пошли и с восточной рефлексотерапии. Я начал читать Гавалу, Сан, краткие очерки восточной рефлексотерапии. Вот такая книжка интересная. Я ее проштудировал, просмотрел. И получается, что вот это все, оно как бы переплетается. Только там точки на теле, так называемые тучные клетки, которые, раздражая, дают вот такой вот интересный эффект, ну вот, оздоровительный. А тут, оказывается, вот эту точку можно использовать как диагностическую. С обратной стороны подходить. То есть ты отработал в животе то место, которое принадлежит этой точке, и вдруг эта точка обезболилась. А к этому уже, для того, чтобы человеку, далекому от медицины, нужно было как-то объяснить, как продавливать живот, и вообще, и выясняется, что да, что в животе-то существует какая-то определенная математическая модель. И вот эта модель, она начала проявляться в том, что если по определенной схеме ты начинаешь работать, а зачем далеко ходить? Вот такой простой пример. Вот у человека произошла травма черепно-мозговая. Что с ним происходит? Так дело в том, что буквально в момент удара это еще ничего, а на следующий или через день живот вдруг становится деревянным.
настолько деревянным, плотным, твердым, напряженным, а всего-навсего, казалось бы, причем здесь живот, травма головы. Но вот эта рефлекторная связь, она настолько четко и настолько работает. И вот тут, конечно, прорабатывая, продавливая, восстанавливая микроциркуляцию этих органов, вдруг замечали, что и голова-то быстрее восстанавливается. И получается, что травма головы, а вот если, оказывается, отработать живот, она быстрее восстанавливается. И живот, вообще-то, вот если так разобраться, вы можете, если у кого из ваших или вот из слушающих имеется, ну, вот ребенок с ДЦП, посмотрите, какой у него напряженный живот. То есть проблема головы, а живот деревянный. И в другой стороны, если вы начинаете, родитель там, или это ваш родственник, или кто-то знакомый, вы начинаете слегка поддавливать, конечно, опять мы с вами будем говорить о том, что существуют определенные этапы и определенные, скажем, моменты, которые нужно обязательно соблюдать. И вот здесь-то, конечно, можно увидеть, что вот эти все взаимосвязи, они настолько четкие, но медицина, конечно, не обращает почему-то на них внимания. И в то же время у нас сложилась определенная, скажем, математическая модель, с чего все начинается. Да, и вот если взять тот же желчный пузырь, то вот желчный пузырь – это орган такой, казалось бы, рудимент, его часто удаляют. А ведь у нормального здорового человека желчный пузырь – это как бы управитель всех систем. Представьте, в нем концентрированная желчь, эта желчь, сбрасываясь, активизирует ферменты поджелудочной железы. Она расщепляет жиры, потому что в таком виде, каком мы их едим, они не усваиваются. Только, и, естественно, жирорастворимые витамины забирают. И много-много обменных процессов, в которых участвует желчь, и в том числе смазующие компоненты наших суставов. Вот он, желчный пузырь. И в то же время, когда удаляется желчный пузырь, возникает проблема. И где-то в 95-м или 96-м году я даже для своих пациентов написал маленькую брошюрку «Желчный пузырь с ним и без него». А почему? А потому что я видел вот эту взаимосвязь, вот эту зависимость. И, конечно, я уговаривал пациентов не оперироваться. Давайте попробуем. И часто пробы заканчивались чем? Тем, что желчный пузырь освобождался от камней. И где-то, может быть, если взять из 10 человек, у 8 освобождался, ну, а двое обычно либо им терпения не хватало, либо они не верили во все это, шли на операцию. Но все равно вот этот процент, он достаточно высокий. И, конечно, вот эта математическая модель, она присутствует. И поэтому, зная эту модель, ты уже, когда исследуешь человека, просматриваешь, а на каком этапе эстафетной палочки, а эстафета – это когда орган один передает другому органу эстафетную палочку проблемы. Но в отличие от спортсменов, которые бегут, этот орган тоже продолжает бежать, потому что он проблемный, и от того, что он передал эстафету, он не поправился, и он продолжает бежать. Следующий передает следующему органу. Вот взять, если наш живот, то, наверное, как бы мы расставили такие приоритеты, как первый желчный пузырь, потому что он реагирует на наши эмоции, и от его функции зависит многое, и движение каловых масс по кишечнику. И зависит, и я уже упоминал, наши суставы, даже наше физическое состояние, потому что везде пищеварение, оно все завязано на желчь. Ну и вот, а следующая эстафета передается печени. Потому что печень, чем хуже работает желчный пузырь, тем больше приходится напрягаться печени. Далее эстафета передается другому органу. Это может быть, конечно, здесь и селезенка. А селезенка почему? Да когда идет переполнение печени, нарушается отток желчи, печень становится тяжелой. Вот в этом промежутке человек бежит, и у него начинает болеть в правом боку. А у кого-то начинает болеть в левом, то есть эстафета передалась селезенке. И тогда селезенка увеличивается, и человек бежит, у него болит в левом боку. А дальше уже эстафета передается поджелудочной железе. Да, появляются дискомфорты, появляется сухость во рту, появляется вся симптоматика поджелудочной. И периодически появляются боли в спине, опоясывающие. А дальше еще лучше,
эстафета передается на кишечник. Тонкий кишечник, потом толстый кишечник. То есть кишечник, функция его нарушается. И создается условие, чтобы в этом кишечнике появились и паразиты даже. Потому что ведь у нас есть система, которая контролирует развитие паразитоза в нашем кишечнике. А тут они начинают сбоиться, сбаиваться. И вот, конечно, здесь нужно вот эту всю систему представлять, как она работает. Потому что, не поняв ее, мы не получим результата. Желчь запускает и моторику кишечника. Ну вот. И бывает так, что если тот самый лукавый сфинктер Одди, он то в открытом состоянии, то спазмирован, то в закрытом. Но в одном случае, если в открытом состоянии идет нарушение и расстройство живота, и человек не может остановить это нарушение, расстройство. А часто ведь бывает так, что вот этот сфинктер Одди, а в данном случае та же луковица 12-перстной кишки, тонкий кишечник, она спазмируется. А ведь она так интересно устроена, что она первая реагирует на все стрессы. И вот он вам ключ ко всему животу. Потому что достаточно спазм войти этой луковицы 12-перстной кишки, как у нас что происходит? Передавливание протоков, желчь перестает оттекать, и система пищеварения начинает ломаться. И вот здесь появляются условия для того, чтобы появились и паразиты в животе. И, конечно, вот это все, ну, я обстоятельно обычно рассказываю это на семинарах. А ведь дальше ведь малый таз. Малый таз, он тоже завязан. И кровообращение. Представьте, когда нарушается вот это пищеварение, каловая масса, потребление воды. Просто человек не хочет пить почему-то в этом промежутке времени. Самое удивительное. Каловые массы становятся более жесткими. Они поддавливают, ну, в современных позициях скажу, подвздошные артерии. А подвздошные артерии питают кровоснабжением, скажем, матку у женщин, мочевой пузырь, ну, в общем-то, тазовые органы. И вот представьте, нарушается вот эта ситуация. Нарушается кровоснабжение в малом тазу. Что у мужчин, что у женщин. И в некоторых ситуациях, конечно, вот я сталкивался с тем, что в каком-то районе работает женщина, которая избавляет женщин, ну, скажем так, или решает проблему женского бесплодия. Ну, мне интересно, я собрал вещички быстро, приехал, чтобы посмотреть. И что я вижу? Я вижу, как она разминает нижнюю часть живота, не трогая верха. Потому что она верха боится, потому что у нее были уже ситуации, когда она размяла сверху область печени. А дальше буря, боли, кувырки, и человек попадал либо на скорую помощь, либо там, если выживал, это в лучшем случае. С болями все заканчивалось болью. И поэтому она не трогала верхушку, потому что она не знала определенных законов. Ну вот, но самое простое, то, что она отрабатывала, улучшала микроциркуляцию, и женщина вдруг становилась беременной. А почему? За счет восстановления кровообращения. Ну вот, и вот появилась такая интересная ситуация в этом промежутке, когда составляли вот эту схему, то увидели, что оказывается, и можно вот эту всю схему взаимодействия разделить как бы на два круга. То есть две представительных системы. И вот эти системы между собой, они как бы дружат. Первая система, та, которая объединяет печень, желчный, и система, которая объединяет сердце, легкое, почки, органы малого таза, мочеводящую систему. И вот эти два круга совершенно как бы предназначены для разных людей. И вот вторая вот эта схема, она работает больше для пациентов со светлыми глазами. То есть вот представьте, самое большое количество варикоза – это у людей со светлыми глазами. А самое большое количество печёночных заболеваний и заболеваний, которые тяжело решаются, это у людей с темными глазами. И вот получается, что светлые глаза, они предрасположены вот к определенным типам снижения функций, а темные – к определенным. Но, тем не менее, все равно, оказывается, если правильно работать, поддавливая, подталкивая органы, то эти органы приводят к тому, что вся система начинает дружно функционировать. Ну, конечно, если в ваших знаниях еще есть и медицина, то флаг в руки. Представьте, когда часто пациент приходит и говорит, вот мне прокапали
капельницу вот в госпитале, мне так стало плохо. Конечно, будет плохо, потому что весь живот, как говорят, деревянный. Печень в застое, селезенка в застое. Передняя стенка живота напряжена или она раздута газом. А что такое газ? Это яды. Это еще когда учились в институте, нам на биохимии рекомендовали выучить вот эти вот токсические компоненты, которые образуются в газовом облаке в кишечнике. Это индол, скатол, меркоптан, сернистый газ, креатинин, метан. И там дальше, по-моему, около 30, около 20 разных компонентов. А ведь это все ядовитые вещества, которые появляются тогда, когда система пищеварения нарушается. На своих семинарах, обсуждая с нашими специалистами, будущими специалистами, вот эту тему, приходится им разъяснять, показывать вот эти ключи, которые нужно обязательно знать. Что открыть? Вот, предположим, ту же, если мы с вами возьмем ту же проблему почек. Вот, казалось бы, почки. Кто-то берет и поддавливает почки. Да, это можно, это делать на каком-то таком начальном этапе. Но извините, если сложная патология почечная, то сначала-то открывается мочевой пузырь. А здесь мы так устроены, что вот представительные зоны почки, они всегда на этой зоне всегда присутствуют представительством надпочечника, почки, мочеточника, половины мочевого пузыря. А у мужчин долька простаты. Если это левая почка, значит левая долька предстательной железы. Если правая, правая. И поэтому, конечно, для того, чтобы улучшить функцию этой почки, нужно отработать нижнюю часть живота. То есть привести мочевой пузырь, расслабить мочеточник, и только после этого начинать работать с почкой. А иначе вы запустите, улучшится микроциркуляция почки, а вторичной моче некуда идти. И что происходит? Человек начинает трясти, колотушка, давление начинает прыгать, скакать. Вот это, конечно, опасно. Потому что ты еще не знаешь, кто перед тобой лежит в том отношении, что насколько он здоровый или нездоровый. А то и стероидная типичность такая, и стероид лежит, он начинает там сразу рыдать, он чувствует, что никто ему не поможет, потому что вы никакого отношения к медицине не имеете, и вдруг вызвали вот такое состояние. Конечно. И опять приостанавливаете все свои технические действия, начинаете мочевой пузырь, мочеточник. И только потом, и тогда, как только вторичная моча начинает отходить, все, ему хорошо, его не тошнит, а самое-то интересное, что появляется и рвота. Казалось бы, при чем здесь почки? Понятно, желудок, если желудок, там с желудком проблема, его тошнит и рвет. Или с печенью. А почки? Почки тоже могут вызывать вот такие состояния. И поэтому, конечно, здесь целая схема вот всех вот этих вот мероприятий, которые человек должен проходить, изучать. И поэтому, конечно, в своем обучающем центре мы проводим такое обучение для того, чтобы специалисты, которые у нас проучились, они достойно могли отработать живот, получить хороший результат выздоровления, ну и, естественно, удовольствие от того, что ты помог человеку. Вообще-то, конечно, и не навредить. Главное, не навредить. Ну, вот. Александр Тимофеевич, скажите, пожалуйста, вот часто задают вопросы люди без медицинского образования. Могут ли они разобраться в этих хитросплетениях, в этих схемах? Конечно. Освоить здесь, ваш метод? Да, здесь одна интересная особенность. Вообще-то, когда мы составляли сначала первичные все эти схемы, то мы рассчитывали на человека, который не имеет никакого представления о медицине, то есть для солдата. Солдат должен был знать вот от сих до сих. Чуть побольше должен знать старшина. А самое это интересное, я до сих пор получаю иногда информацию или получаю звонки. Бывшие курсанты, на которых мы испытывали вот это все, они мне звонят, благодарят, что Тимофеевич, ты нам дал такую тему. А многие приходят, знаете, они уже пенсионеры. Это же было когда? Какие годы-то? 90-е годы. А сейчас они уже пенсионеры, но у них они хотят обучиться, потому что на том уровне, которым они тогда проходили, они были, ну, скажем, кто-то солдат, а кто-то офицер.
И он всю уже жизнь оставшуюся, вот когда он отслужил в армии, вышел из этих боевых горячих точек, но он продолжает уже сам себе помогать, поддавливая, подминая, да и вообще всей семье, практически он домашний доктор. А он никакого отношения к медицине не имеет. Но самое интересное, человек появляется мотивация, он начинает изучать анатомию. Он начинает смотреть, а почему, вот, предположим, Иванов, у него туловище длинное, а у Петрова туловище короткое. А как же здесь разобраться? И мы все разные. А потом и психотипы разные, они тоже накладывают определенные отпечатки на работу с пациентом. Ну и, естественно, приходится объяснять на семинарах. И он понимает, что ага, вот здесь вот чуть-чуть добавить, и тогда результат будет на порядок выше. Ну вот и вот таким-то образом идет обучение. И я считаю, что периодически, наверное, нужно приглашать на повышение квалификации, и мы так делаем. С удовольствием принимаем наших специалистов, которые когда-то у меня обучались на повторные или как это называется, специализация на рабочем месте, когда он может постоять около меня, потому что за этот промежуток времени у нас столько интересных наработок, и сейчас же эти наработки идут. А время такое, когда действительно нужно помогать людям. Каждый человек должен иметь какие-то знания элементарные, которые он мог применить на себе для того, чтобы выживать, наверное, в нашем этом сложном мире. Ну, а если у него есть достаточная мотивация, чтобы быть постоянно в форме, постоянно не болеть, так сказать, приносить пользу обществу, то он должен освоить вот эту тему. Ну, и, естественно, еще раз, мотивация, она определяет успех. Если мы хотим быть счастливы, хотим быть здоровы, и по мере того, как мы с вами живем, мы, к сожалению, не молодеем, а взрослеем. И вот это, чтобы взрослость, она проходила в удовольствие. И, конечно, когда ничего не болит, ни спина, ни живот, а ты только знаешь, что вот это я есть не буду, потому что оно не даст мне нормального результата. А вот это можно скушать. Ты выбираешь. И, конечно, многие говорят, как так? Ты отказываешься от картошки? Я говорю, иногда не отказываюсь. Но это бывает так редко. И вообще, системы тоже иногда нужно тренировать. В каком отношении? Не только там, если ты вегетарианец, то ты только вегетарианец. Ничего подобного. Любого космонавта тренируют на нагрузках. То ускорение, то замедление. То он вниз головой, то вверх головой. И вот во всех позициях. Так и мы тоже в жизни. Посмотрите на животных. Посмотрите на собак, кошек, как они себя ведут. И, казалось бы, весь биологический возраст кошка, она как бы постоянно одного возраста. А у нас 70 лет, и он уже с клюшкой. Он еле ходит, ноги не поднимаются. А биологический возраст у человека 144 года. Как же так? Почему? И вот здесь опять же, а так как у нас имеется мозг, мы назовем это невежество по отношению к себе, потому что человек не знает, где у него печень находится, где у него почки. Тем не менее, все равно, если он под твоими руками, то ты ему объясняешь, показываешь, и он запоминает. Потому что, а почему запомнил? Да потому что ему стало легче. Потому что у него перестала болеть нога или перестала ёкать в коленко. Ну, я, наверное, заговорился здесь уже. Заговорил вас всех. Ну, собственно говоря, вы отвечаете на те вопросы, которые люди очень часто задают и присылают к нам после ваших эфиров и отдельно от них. И все-таки, те люди, которые, мы так поняли, те люди, которые принимали участие в эксперименте и отрабатывалась ваша методика, они оставили этот инструмент для себя на всю оставшуюся Конечно. Жизнь. И теперь этим пользуются. Теперь более подробно о здоровье. На ваш взгляд, какой человек считается здоровым? Вот по какому параметру можно определить? Ну, вы знаете, я, может быть, где-то частично из спорта. Когда приходит спортсмен и говорит, у меня нет никаких проблем. Я говорю, а давай-ка сделаем спортивный вариант. На выдохе. Выдохни по секундомеру. И сколько он держит на выдохе?
Если меньше 30 секунд, это никакое. Это на троечку, еле-еле на троечку. На четверку это уже где-то 40 секунд на выдохе. А вот на пятерку это минута, минута 10. И вот если он держит, значит, я согласен с ним, он здоров. Ну и в животе у него достаточно спокойно. А дальше посмотреть еще шейный отдел. Если шея напряжена, то говорить о здоровье тоже не стоит. А почему? А потому что эндокринная система начинает страдать. А везде, где нарушается работа гормональной системы, это уже начинается проблема со здоровьем. Но опять же, это не приговор. Это как раз мотивация для того, чтобы уйти от этого, чтобы восстановить, чтобы гормональный фон был нормальный, щитовидной железы, ну и все остальные гормоны нормально работали. А, извините, малый таз – это тоже там гормональная система, и нужно, чтобы там тоже работал, но для этого нужно кровообращение, чтобы там было нормальное кровообращение. Ну и, конечно, достаточно взглянуть на человека, а тем более вот за этот промежуток времени создалась вот такая вот интересная схема представительных зон на теле и на лице человека, и как ими не воспользоваться. И даже есть специалисты в нашей ассоциации, которую я возглавляю, которые работают, казалось бы, с суджок соответствия, а работают по схеме взаимодействия Агулова. А потому что они рабочие. И вот то, что вот эти рефлекторные взаимосвязи нарисовали в кругах взаимодействия, оказывается, если их использовать даже на суджок-терапии или на рефлексотерапии, то все равно человек получает очень хорошие активные результаты. То есть и более грамотный человек тот, который закрепляет полученные знания, вот это, отработал ли живот, а теперь можно закрепить на гормональном фоне. И вот здесь уже идет рука, суджок, соответствие. Это может быть соответствие по паку, а может соответствие по этим кругам взаимодействий. Тоже работает очень хорошо. И поэтому, конечно, когда человек начинает заниматься собой, он начинает интересоваться и герудотерапией, и апитерапией, и рефлексотерапией, где горчичник наклеить, а где его не надо, где погреть, а где охладить ткань. То есть здесь знаний, наверное, такое количество, и чем больше, скажем, мы привлекаем к себе эти темы, мы видим, что здесь для работы с человеком такой простор. Друзья мои, я думаю, что вот то, о чем я говорю, это одна из тем, которая заслуживает уважения. Тем более в народной медицине она была у нас. Была, конечно, она была в примитивном уровне, но она в примитивном все равно позволяла человеку долго жить. И те же староверы, старообрядцы, когда я сталкивался с ними в Канаде, знаете, то есть, конечно, у них примитивный уровень, но тем не менее я старался помочь разобраться им, для того, чтобы они своих соплеменников, или как назвать, когда, ну, коллектив, наверное, соотечественников, да, кто у них там представляет эту группу народа. Ясно. Ну и, в общем-то, в чем-то подсказать, помочь. А самое интересное, с Канады к нам прилетали два человечка, которые обучались у нас и улетели в свою общину, потому что они нашли то, ушли от того примитива, который у них был, и пришли, я считаю, что это высшее совершенство. И представьте, в Китае тоже есть подобная ситуация. Но как китайцы мне объяснили в Институте традиционной медицины, там, в Пекине, что это только для высших эшелонов власти. А тут, понимаешь, мы в России... Вы имеете в виду массаж живота? Это работа с внутренними органами. Потому что массажом назвать ее, я считаю, что это как-то ниже достоинства вот этой темы. Потому что это мощная терапия, я ее не называю терапией тоже по определенным причинам. Мы говорим, что это общее оздоровление, ведь восстановление органов кровообращения в органе, оно всегда сопровождается восстановлением этого органа. Ну и поэтому как не сделать, если есть такая возможность? Особенно если какие-то сложные заболевания. Опять же,
для того, чтобы выживать и уходить от этих сложных заболеваний, в первую очередь должна быть нормальная везде кровообращение и нормальная гуморальная или эндокринная система. Ну, с чем приходится сталкиваться. А что бы вы порекомендовали слушателям, нашим зрителям, если люди, которые всю жизнь полагаются на медицину, что кто-то примет решение, кто-то оздоровит, с чего начать вот идти по этому пути, по пути самооздоровления? Вы знаете, здесь какая ситуация? Почему вот эта тема родилась? Она, скорее всего, родилась от того, что медицина не все умеет. Вот. И если так разобраться, представьте, на первом месте, по статистике, на первом месте смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, на втором месте смерть от онкологии, а на третьем от врачебных ошибок. И вот поэтому, конечно, я тоже врачей боюсь. Вот так сложилось. Но, тем не менее, я думаю, что одно другому не мешает, когда обобщить знания врачебные и вот такие знания висцеральных практик. Конечно, мне это было, наверное, проще. В каком отношении? Военные, они всегда проще. Нужно решить задачу. Ее поставили, вот-вот сделали. И сразу апробация. А в медицине, чтобы вот это сделать, нужно было пройти огромную серию или там огромные инстанции прошагать с бумагами, все, пока бы это стряслось. И вот, может быть, мне в этом плане очень повезло. Повезло в том, что именно с военными все это дело колыхнулось. И в 95-м году, даже в 93-м мы начали работать, я как частный предприниматель, с животами. В 95-м году организовали медицинский центр. И вот этот центр до сих пор идет, работает. Конечно, много наших докторов и поменялось, но поменялось они, поработав у нас, открыли свое предприятие, потому что у них появился опыт. Я читаю, когда отзывы пациентов тех годов, я иногда в шоке, этого не может быть. А у коллектива был такой мощный подъем, потому что никто не знал предела вот этой темы. Я ее выплеснул, и сам даже не знаю, где края у нее. И вот когда, конечно, много было таких вот моментов, когда, ну, ведь представь, хирург тебе говорит: «Агулов, что ты делаешь? А вдруг лопнет пузырь желчный? А вдруг там киста? А вдруг там образование?» А с другой стороны, конечно, понимаешь, что здесь нужно быть серьезным, ты как на минном поле. И в то же время живот со своими картинками, которые он показывает и на своем теле, на коже, на лице, и чувствительность живота. Где-то живот пускает, а где-то не подпускает к себе. Не подпускает, значит, не время, туда не надо идти. И, конечно, бывает так, что были отдельные случаи, когда нам приходилось отказываться от терапии, от такой терапии. А почему? А потому что мы уже опоздали. Если кишка, предположим, грыжа вылезла, кишка защемилась, что тут терять время? Срочно на операционную прооперировали, хорошо, здорово. Или прободная язва желудка. Человек перетерпел, перележал, к нам пришел, вот вы мне когда-то помогли. Но это еще не повод, что сейчас. Потому что и все признаки совпали, что здесь нужна уже хирургия, мы уже опоздали, и мы человека отправляем. И вот здесь-то главное, чтобы никто не смог навредить, не навреди. И поэтому нам приходится больше говорить иногда о том, что если сделаешь не так, то можно получить вот такую-такую ситуацию. Как у великого Пирогова спросили, сколько нужно времени, чтобы научить хирурга оперировать? Он говорит, ну, где-то недели две. А дальше что? А дальше нужно научить, что делать, если все пойдет не так, как нужно. Потому что прооперировали, и разные ситуации складываются. И как выйти из этих ситуаций? Операцию, может быть, сделать просто. А последствия, которые возникают, вот с ними действительно проблема. Александр Тимофеевич, а расскажите, пожалуйста, как вы занимаетесь своим здоровьем? Ваши правила здоровья, сложились ли они за вот вашу жизнь и
применяя методику и видя, какие результаты получаете, что вы для себя лично взяли из этой методики? Ну, я уже как-то упоминал, у меня есть, для себя я взял определенные упражнения, которые делаю. Ну, а в некоторых случаях, конечно, я же в прошлом мастер спорта, потом еще занимался рукопашкой, и мне из стиля Кадочникова очень хорошо понравились разминочные упражнения. И если есть возможность, я прихожу в зал и кувыркаюсь со всеми перекатами, матрешками, переходами. Ну вот. А утром обычно проснулся, сел и начинаешь вращение животом в одну сторону, в другую сторону, сколько мне лет. Ну, а уж на крайний вариант, если ты спешишь куда-то, то 50 движений в одну сторону, 50 в другую. Потом встал, немножко потянулся, такие качели сделал для себя, чтобы позвонки простучали немножко. Все равно тут хочешь не хочешь, как ни хорохочешь, все равно возраст. Но тем не менее, нужно, чтобы подвижность сохранялась. Подвижность и какие-то упражнения для рук, когда ты можешь рукой. Это нужно для координации движений. Ну, все просто. А иногда проходишь мимо диска здоровья, это когда пошел на кухню, я встал на него и начинаю вращаться против часовой стрелки. А почему? А я вчера с вечера увидел, что у меня седой волос. Повращался, седые волосы исчезают. Это я подсмотрел у суфистов. Я уже об этом рассказывал как-то в этом эфире. Ну и вот, естественно, пятками постучал, встал. И когда на прямых ногах, а когда ноги полусогнутые, то здесь очень полезно для сосудов нижних конечностей. Это все хорошая мобилизация. Ну вот, и заодно ты определился, ага, где еще напряжение в туловище осталось. Ну вот, ну если время позволяет, 20 раз присел, потом подошел, отжался несколько раз. Либо от табуретки, от табурета, или от стула. Ну вот, и опять считаешь так, один раз отжался, там руки встряхнул, два раза отжался, встряхнул, три раза отжался, встряхнул. Ну и так где-то 8-9 раз. Нормально. А все остальные упражнения, это, знаете, наверное, когда праздник себе устраиваешь, в спортивный зал пришел, а там уже ты наслаждаешься. Но, правда, после этого наслаждения 2 дня мышцы все болят. Но ты зато вспоминаешь то древнее, когда-то ты тренировался, когда. И после тренировки, когда у тебя болели мышцы. Занимаясь зарядкой утром, вы какую цель преследуете? Мобилизовать что именно? Нет, в основном подготовиться как бы к новому дню, потому что все эти движения, вращения, и часто после того, как ты повращал животом, тебя позыв в туалет. Или... То есть все процессы запускаются? Да, они запускаются, и дальше ты уже идешь, ага, а что бы я сегодня съел? Если я вчера мясо ел, как-то, ну, давай, может, сегодня рыба. А то сегодня вообще, может быть, не есть. Повоздержаться, да. Или воздержаться до ужина. А потом, а на работе здесь пришел, народу много. Ну вот, и ты чувствуешь, что, ага, время к обеду, а там нужно еще принять человека. Скорая помощь, с острой болью какой-нибудь в ноге или в руке, то пошел водички попил содовой для того, чтобы заряды эритроцитов увеличить. Ну вот. И, кстати, у нас в плане подготовить программу, показать о соде. Очень интересная тема. А для этого я постараюсь отснять видеофильм по микроскопу и показать, с какой кровью люди к нам приходят. Ну вот. И что человек принял там содовые, дали немножко содовой водички, и как ведут себя эритроциты, лейкоциты, как вообще все оживает в крови. Это для того, чтобы человек поверил, что вот сода. Ну и, естественно, показать, наверное, живот, вот смотрите. И даже если живот болезненный, человек попил соду, и вдруг через 10 минут он менее болезненный становится. А почему? Да потому что кровь. Кровь улучшилось состояние, и кровь сама решает многие проблемы. А вообще-то мы есть то, что мы едим, так говорил Гёте.
и мы есть то, о чем мы думаем. И поэтому, конечно, и у каждого свое мнение. Я не хочу никого переубеждать. Вегетарианцы, веганцы, мясоеды. Каждый находит свою истину. И вот здесь вот как раз живот-то позволяет определить, а кто ты? И если у тебя живот начинает дуть с той пищи, которую ты кушаешь, это не твоя пища. Либо ты ее не умеешь готовить, либо это действительно не соответствует тебе. Ну, естественно, меняешь ее. И задача такая. Нужно сделать так, чтобы в животе не было газового облака. Чтобы кишечник был все время подтянутый. Ну, вот. А естественно, когда вы начинаете, будем так говорить, правильно или под себя подстроенное питание, то лишний жир уходит. Ну и, естественно, ощущения другие жизненные. То есть хочется больше двигаться, хочется чем-то любоваться. Так, ну вот мы разобрали, собственно говоря, курс «Современные методы функциональной диагностики» очень подробно. Ну, еще более подробно это на онлайн-курсе все разбирается. Сейчас мы услышали ваш распорядок дня и те упражнения, которые вы применяете для себя лично, чтобы быть в такой хорошей форме. Но еще там одна интересная особенность. Вообще я ложусь очень поздно. Конечно, я ни в коем случае... Это, наверное, не очень правильно. Не очень правильно, но дело в том, что я расслабляюсь. Я умею расслабиться так, что вот только я принял горизонтальное положение, я уже ничего не помню. То есть вы можете, я просыпаюсь, умеете так отдохнуть. Да, и я заметил, что... И восстановиться. Да, я восстанавливаюсь. И, в общем-то, как бы ощущение какое? Ты утром встал, никакой ни сонливости, ничего. Ну и, естественно, с удовольствием делаешь зарядку. Если ты устал... И даже бывает, когда, ну, по разным причинам ты возвращаешься хоть в 4 часа утра, а тебе нужно уже в 7 часов открыть глаза и пойти на работу, опять же, с дыханием погружаешься, расслабился, просыпаешься тогда, когда нужно, и ты уже... То есть у вас бессонницы не бывает? Не бывает. А вот что бы вы порекомендовали тем, у кого бывает бессонница? Как преодолеть и как, вы знаете, усыпить себя? Я бы вам порекомендовал еще положительные упражнения. В свое время мне так повезло, что у меня были книжки 1800-х годов. И там очень много было книжек по психологии. И там системы тренировки памяти были. И вот одна из систем, вот представьте, когда вы вечером ложитесь, легли, руки на одеяло, а теперь попробуйте развернуть день в обратную сторону. Вот до того, как вы пришли, легли. Теперь перед этим вы были там в туалетной комнате, а еще перед этим были на кухне, а еще перед этим были. И вот попробуйте провернуть назад весь день. На первых этапах хватает только до обеда дойти. А дальше? А дальше засыпает человек? Да, засыпает, но понимаете, какая интересная особенность? У человека действительно усиливается память. Это описанный метод обратной развертки, так называемый, по-моему, автор Аустрелли. Ну и вот, этот метод обратной развертки, он дает действительно, что ты идешь домой, и машины просматриваешь, а потом, когда просматриваешь день в обратную сторону, тебе вдруг вспоминаются номера этих машин. Вот это очень интересно. Поэтому, друзья мои, кто хочет усилить свою память, то можно вот такое упражнение использовать. Это очень интересно. Попробуйте. Оно несложное. И в то же время, если даже вы досмотрите до обеденного, вот, предположим, вернетесь к обеду, ну, навряд ли. Обычно, наверное, и третье дня не просматривает, засыпает моментально. То есть, когда мозг становится в таком вот напряженном в поиске, то вот здесь возникает как раз и сонливость. И быстренько-быстренько вы засыпаете. И плюс еще развитие памяти. Я думаю, что многие начнут пробовать прямо сегодня. Да, конечно, пусть попробуют. Так, ну вот уроки здоровья – это очень полезный онлайн-курс. И очень многие благодарят, потому что это очень простые упражнения, простые рекомендации, простые советы, которые дают возможность очень улучшить качество жизни людей. Мы получили много благодарностей. Среди онлайн-курсов
В этом году мы предложили нашим слушателям такой курс по красоте и здоровью, экологичное омоложение лица, который вел Алиса Виктор Николаевич. И в связи с этим вопрос. Здесь тоже люди очень впечатлились этим курсом. Но вот именно от вас, как от специалиста, автора метода висцеральной практики, как наше лицо связано со всем организмом? И с чего начать профилактику старения лица, на ваш взгляд? Вообще, ну, Алисов, он молодец, в принципе, в том, что он перевел взгляд на лицо. Потому что, манипулируя животом, мы забываем о том, что напряжение, ведь на лице очень много представительных зон. И вот вы можете увидеть эти зоны на плакатах. И, конечно, эти зоны, они не только на коже, но они и на мышечных группах. И поэтому, если перед сном мы немножко займемся своим лицом, а это не обязательно, предположим, там, ну, кто-то, женщина обычно, крема, а мужчин просто протрите лицо. И я вам могу сказать такое один интересное наблюдение, такой интересный опыт. У меня был знакомый, который свое лицо постоянно растирал махровым жестким полотенцем до красноты, до покраснения. Растирал уши, шею. Вы знаете, 80 лет он выглядел на 50. И поэтому я понимаю, что вот иногда, ну, все-таки мы люди занятые, и перед сном где-то нужно было бы умыться, а ты пришел вместо умывания, растер полотенцем лицо. Лицо расслабляется, вы еще глубже заснете, потому что тема перераспределения напряжения, наш мозг и наш рептильный мозг, они начинают дружить между собой. А так они не всегда дружат. А они часто... кому бы вы посоветовали этот курс «Экологичное омоложение лица»? Вообще, понимаете, когда человек начинает заниматься этим, а чаще всего занимаются те, кто уже, как бы, наверное, достаточно возраст уже, и уже пересматривает свои позиции. И вот здесь-то очень полезно остановить этот возраст. И, конечно, я бы вот порекомендовал использовать еще гуминовые кислоты. Гуминовые кислоты – это те кислоты, которые лежат в основе жизни растений и животных. Ну и американцы, я смотрел тут несколько фильмов американских, так, научно-популярных, где они утверждают, что нить теломера при потреблении этих гуминов, она удлиняется чуть не на 40%. А теломер, как мы с вами знаем, это как шагреневая кожа, с возрастом сокращается, сокращается. А тут, оказывается, они... Поэтому те, кто хочет дольше жить, ребята, обратите на это внимание. Ну и я так понимаю, что экологичное омоложение лица, чем раньше человек начинает собой заниматься, тем на дольше он растягивает свою молодость и хорошо выглядит. Ну, конечно, ведь представительные зоны на лице, они ближе к мозгу. И первые получают импульсы. Естественно, мы когда отрабатываем лицо, мозг воспринимает наш головной. Ну, а дальше уже передает импульсы нашему рептильному мозгу. Надо сказать, что очень много отзывов мы получили в этом году по курсу висцеральный самомассаж. И хотела бы поговорить о том, об основах работы лично вашей и специалистов Агулов-центра. Какой опыт приобрели? Мы уже немного касались в семинаре методы функциональной диагностики и рассматриваем этот метод как инструмент к вашей основной методике, методике висцеральной практики работы с внутренними органами. Расскажите, пожалуйста, об этом методе как о самостоятельном методе оздоровления, самооздоровления. Кому показан самомассаж? Да вообще, он показан любому человеку. Любой человек, который хочет нормально, хорошо выглядеть, ну и быть всегда в форме, это в первую очередь должен поддерживать себя. Ну вот, и поддерживая внутренние органы, поневоле возникает вопрос, а почему и лицо-то, с лицом не поработать? Но единственное, что, конечно, не всегда у нас лицо нужно гладить.
Иногда нужно чуть-чуть его пораздражать, потому что, раздражая кожу, активируется обмен. И ведь представьте, мы, ну вот песня «Не сыпь мне соль на раны», да? Хорошая песня. Но дело в том, что вообще-то многие ранения заживлялись солью, солеными растворами. А для чего? Для того, чтобы вызвать раздражение в ране, и зато рана быстрее мобилизация идет. И самое интересное, что килоидные рубцы не формируются, то есть за счет того, что интенсивность обмена возрастает в области ранения. Так и здесь тоже раздражение кожи, ну вот, и даже где-то можно пощипать, но это отдельная тема, потому что здесь нужно, наверное, как бы семинарчик такой маленький сделать, ну, 10-15 минут, наверное, чтобы вот это прощипывание, ощипывание были. Ну, мы запишем, как это, потому да, что... Как правильно сделать. Многие хотят знать именно, как вы это делаете. А вот что касается самомассажа живота. Ну, самомассаж... Кому он показан? И он любому человеку. Это для профилактики. Противопоказания – это когда, наверное, ну, человека уже послеоперационного, вот только-только операция произошла, послеоперационное трогать живот не стоит, не рекомендуется. Различными психическими расстройствами, хотя я называю еще там опьянение или наркотическим опьянением, но здесь уже, если кто-то еще помогает, то легче человеку выйти из этого состояния, из состояния даже опьянения. Ну, вот, как ни странно, продавливая печень, человек начинает разговаривать, а до этого челюсть не открывалась, говорил с грудьми, наше представительство наших мышц челюстного сустава, они принадлежат печени. И поэтому человек, когда выпьешь, у него часто рот не открывается. Он говорит, не открывая рта. Ну, на вашем курсе по самомассажу, наверное, это все рассказывается более подробно, да? И по, ну, конечно, и я стараюсь рассказать, и тем более народ задает вопросы. Я, ну, конечно, когда конкретно один стоит практически здоровый человек, а когда рассматривать на более проблемном, то здесь приходится, но другим будет неинтересно, потому что у этого проблемы, предположим, почки, а у другого проблема печени, у третьего проблема малого таза. И пока ты ему рассказываешь, а другие сидят, у которых нет проблемы, они начинают рассуждать, а зачем об этом говорить? И поэтому приходится усреднять. Берем практически здорового человека, и вот, а по вашим письмам, сейчас вот когда отвечаем, мы уже здесь понимаем, что ага, нужно уделить внимание вот этому вопросу. И в следующий раз, если мы будем говорить про такие технические действия на животе или там на шейном отделе, или на голове, ну и это все, конечно, учитывается, вот ваши вопросы. Спасибо, всем здоровья и до встречи!